А сейчас заключительное слово господину Погосяну. Во-первых, я хочу поблагодарить нашей Гуне за то, что она вот смогла организовать нашу вторую часть конференции. Спасибо, Лена. Уважаемые коллеги, я хотел бы начать заключительную речь нашей двухдневной конференции с глубокой и искренней благодарности за ваше активное участие в этом мероприятии, за то, что каждый из вас по-своему сделал его интересным и эффективным. Благодарю каждого из вас за вклад в конференцию. Обсуждаемые вопросы и поставленные вами акценты в течение конференции снова заставили всех нас привлечь внимание и сосредоточиться на таких тонких аспектах и особенностях исполнительного производства, как, например, надлежащее применение инноваций в информационных технологиях в процессе принудительного исполнения, разумное соотношение защиты прав человека и эффективности мер принуждения, правильное равновесие прав и интересов должника, взыскателей и третьих лиц. Уверен, что благодаря вам конференция помогла выявить и лучше понять отмеченные, а также другие основные проблемы, ставшие для всех нас общими, глубже воспринять характер этих проблем и найти возможные пути их решения, что, в свою очередь, несомненно, послужит развитию и совершенствованию исполнительного производства как на национальном, так и на международном уровне. Надеюсь, эти два дня были интересными. Надеюсь, эти два дня нас многому научили. Надеюсь, что мы что-то инновационное, что-то новое возьмем, и это будет аспектом к лучшим результатам наших государств, в наших службах. Ну, как бы конференция заканчивается, но мы еще имеем много шансов поговорить, много шансов еще увидеть Армению. Я надеюсь, что вы все этим вашим приездом еще раз захотите приехать в нашу страну. Я надеюсь, что вы все удовлетворены. И я надеюсь, что у нас конференция получилась. Спасибо вам всем за ваше присутствие.